Всем привет! Это новая, свежая подборка с множеством полезных кухонных товаров, которые вы так любите. Досмотрев ролик до конца, вы сможете принять участие в конкурсе. Начинаем! Органайзер для столовых приборов открывает новые возможности по организации пространства для хранения кухонных принадлежностей. В 8 секциях компактно помещается более 48 столовых приборов, ложек, вилок, ножей и чайных ложечек. На дне органайзера есть силиконовые ножки, которые обеспечивают плотное сцепление с любой поверхностью. Аксессуар подходит для ящиков с высотой не менее 8 см. Изделие рекомендуется мыть вручную и протирать насухо. Ручной блендер для приготовления рубленого, песочного и слоеного теста. Это совершенно несложная конструкция. Узкие лезвия из нержавеющей стали и удобная ручка-держатель. Но несмотря на свою простоту с виду, этот кухонный аксессуар очень удобен и практичен. Небольшой размер, невысокая по сравнению с кухонными комбайнами цена и легкость в уходе. Блендер легко мыть как под проточной водой, так и в посудомоечной машине. Эти плюсы способствуют тому, что ручной блендер становится все более популярным. Подставка для запекания курицы-гриль в духовке позволяет легко запечь курицу на гриле или в духовке. Такой вертикальный гриль устойчив и легко поджаривает вашу курицу в духовке, как и на барбекю. Он поджаривает курицу в положении стоя, позволяя жирам капать и пропитывать весь кусок птицы. И этим становится намного полезнее и имеет прекрасный вкус. Курица подрумянится снаружи и станет сочной с середины. В емкость еще можно наливать пиво или маринад. Объем 150 мл, размер 20 на 10, диаметр 20 см. Набор разделочных досок. Состоит из 4 прямоугольных разделочных досок, которые компактно размещаются в специальной подставке, выполненной из пластика. Это делает набор не только многофункциональным, но и очень удобным для хранения на кухне. Кроме того, основание подставки оснащено нескользящими резиновыми ножками. Доски выполнены из пищевого пластика. Каждая из них имеет свой определенный цвет. Зеленая для овощей, голубая для рыбы и морепродуктов, белая для горячих продуктов, красная для мяса. Также доски снабжены ярлычком с изображением продуктов, для которых они предназначены. Качественное антибактериальное покрытие досок препятствует размножению вредных микробов, предотвращает затупление ножей. Они легко моются. Набор станет незаменимым и полезным аксессуаром на вашей кухне, который к тому же и стильно дополнит интерьер. Многофункциональный кухонный органайзер для приборов и специй – это мечта любой хозяйки. Такой органайзер сэкономит вам место на кухне и станет прекрасным решением в вопросе хранения кухонных принадлежностей, сыпучих продуктов и специй. Благодаря органайзеру вы с легкостью поддержите порядок на кухонной столешнице, разместив в ней столовые приборы, а также сможете аккуратно разложить специи, которые зачастую теряются в пакетах в кухонном шкафу. В верхней части прекрасно поместятся ваши кухонные принадлежности. Слева можно поставить кухонные лопатки, шумовки, ножи и так далее, а справа вилки и ложки. Стеллаж включает в себя держатель ножей, держатель столовых приборов, имеются 4 емкости для специй, а также двойной отсек-полочка для хранения емкостей с соусом, маслом и тому подобное. Термостойкий кухонный коврик. Мы никогда не поставим только что снятые с плиты блюда прямо на стол, поэтому под рукой обязательно должна быть силиконовая подставка под горячее, вещь привычная и незаменимая. Такой коврик не занимает много места и идеально впишется в интерьер любой современной кухни. Универсальная крышка с силиконовым ободком, изготовлена из жаростойкого стекла и силикона. Универсальность крышки состоит в том, что одна крышка подходит на 3 размера сковородок или кастрюль, например, диаметром 16, 18 и 20, но у продавца есть разные размеры. Все это позволит сэкономить пространство на кухне. Силиконовый ободок выдерживает нагревание до 200 градусов, предохраняет стекло от повреждений, легко моется, не выделяет вредных веществ и не впитывает запахи. Также силикон очень плотно ложится, благодаря чему пища готовится намного быстрее. Для отвода лишней пары предусмотрено отверстие. Ножеточка с регулировкой угла даст возможность провести качественную заточку ножей и ножниц прямо у себя в кухне. Для ножниц в корпусе точилки отведен отдельный слот, для ножей 3 слота с грубой и полирующей заточкой. И ко всему еще можно выставлять угол заточки. Толщина удобна как для правшей, так и для левшей. Такая ножеточка – необходимый аксессуар на любой кухне, где любят и умеют готовить. Корпус из прочного пластика и элементами из нержавеющей стали. Удобная большая эргономичная ручка. Основание выполнено из нескользящего материала, гарантирующего безопасность и устойчивость.
терка с контейнером, которая за короткое время завоевала популярность у многих хозяек во всем мире. В комплект с теркой идет специальный пластиковый лоток для продуктов, который крепится прямо под теркой. Таким образом, вам не нужно подставлять под терку посуду и беспокоиться о том, что нарезанные продукты будут разлетаться по всему столу. Многие домохозяйки сталкиваются с такой мелкой проблемой, как хранение использованных губок для мытья посуды на раковине. Из прошлого века домохозяйки для мытья посуды зачастую использовали тряпки из старых вещей, и они быстро загрязнялись жиром, что приводило к их быстрому износу и утилизации. В настоящее время для мытья посуды существует широкий ассортимент выбора моющих инвентарных принадлежностей, и уход за ними довольно прост и практичен. К самому распространенному кухонному инвентарю относятся держатели для губок. Штуки действительно полезные на кухне, сам лично пользуюсь долгое время. В описании оставил ссылки на несколько таких держателей, берите себе по вкусу. Держатель для швабр позволит вам сэкономить место в ванной комнате или кладовке, поскольку закрепить его можно непосредственно на стене. Штука очень прикольная и полезная, думаю, многим пригодится. Складная разделочная доска поможет быстро и качественно нарезать мясо, овощи и другие продукты. Это отличное изделие, которое не занимает много места на столе и является компактным. Доска полностью справляется со своей изначальной задачей. У нее компактный дизайн, она складная, поэтому не занимает много необходимого места. Разборная и портативная отлично подходит для домашнего использования, а также использования на открытом воздухе, таких как кемпинг или барбекю. Изготовлена из пищевой высококачественной термопластичной резины. Проста в использовании, конструкция с ручками для переноски, легко помещается и вынимается из раковины. Это важный аксессуар на кухне каждой хозяюшки. Качественная разделочная доска позволяет вам с удобством нарезать продукты для их последующего приготовления. Автоматические шторы от Xiaomi – это умный контроллер для карниза, который станет отличным дополнением к интерьеру вашего дома, независимо это спальня или кухня. С его помощью у вас будет возможность дистанционно контролировать положение ваших штор. Удаленное управление ими осуществляется посредством беспроводного выключателя, либо же приложения на вашем телефоне. Также он будет отлично сотрудничать с другими интеллектуальными устройствами Xiaomi Aquara. Карниз использует беспроводное соединение ZigBee с низким энергопотреблением, а также совместим с Apple HomeKit и Mi Home App, что дает возможность управления шторами с помощью смартфона. Набор вакуумных контейнеров обеспечивает идеальные условия для хранения сыпучих продуктов, фруктов, мяса и рыбы. Использование вакуумных контейнеров значительно ускоряет процесс маринования мяса и овощей. Каждый комплект включает ручной вакуумный насос и 3 вакуумных контейнера. Они продлевают свежесть, сохраняют вкус и аромат пищевых продуктов, защищают от влаги и неблагоприятных процессов окисления, предотвращают распространение запаха в холодильнике, поддерживают свежесть овощей и фруктов, сохраняют аромат кофе и чая, предотвращают излишнюю сушку пасты и пельменей. Также можно в них хранить полуфабрикаты, хранить сыпучие продукты и продукты питания для детей и младенцев, а также с помощью таких контейнеров можно организовать порядок в холодильнике. Смеситель с сенсорным выключателем. Такие современные краны уже завоевали популярность в современном образе жизни, особенно в отелях, ресторанах, домах, туристических направлениях и так далее. Этот кран хорошо работает на кухне, когда вам нужно помыть несколько вещей, а также сосредоточиться на другой задаче. Этот кран поможет вам запустить поток воды одним касанием и упростит вашу работу. Усовершенствованная сенсорная технология обеспечивает мгновенный отклик и помогает выполнять работу быстрее. Конструкция с одной ручкой обеспечивает гибкое и простое управление потоком воды. Этот смеситель для кухонной раковины имеет 360-градусный поворотный излив и распылитель, которые полностью доходят до раковины для удобной подачи воды. Он оснащен двухфункциональным распылителем-головкой, такой как струя и спрей, которая переключается с аэрированного потока на мощный спрей для очистки в тяжелых условиях. Его антипригарное покрытие поверхности предотвращает появление отпечатков пальцев и водяных пятен для более чистой кухни. Этот кухонный кран прост в эксплуатации, а также прост в установке. Необычные силиконовые перчатки для мытья и чистки посуды. Специальная конструкция перчаток создана для эффективной замены классической губки для мытья посуды. С помощью специальных щетинок очень удобно мыть кастрюли и посуду, а также сложно очищаемые поверхности. Кроме того, перчатки отлично подойдут для мытья сантехники,
чистки текстильных поверхностей и многого другого. Прочный силиконовый слой отлично защищает от ожогов и горячей воды. Коктейльная, так и внутренняя сторона перчатки может быть использована для мытья посуды. Специальные щетинки и пупырчатая поверхность отлично заменят классические чистящие губки и металлические щетки. Перчатка изготовлена из экологически чистого силиконового материала. Он устойчив к высокой температуре от минус 20 до 200 градусов. К тому же материал не токсичен и не имеет запаха. Толщина силиконового слоя позволяет достать посуду из пароварки и микроволновки без риска обжечься. Разделочная доска от Xiaomi. Информации про нее в интернете очень мало. Доска сделана из сплава алюминия 1060. Это экологически чистый материал. Она идеально подходит для разморозки продуктов. Доска снижает рост микробов и предотвращает потерю питательных веществ. По сравнению с холодной гидролизной заморозкой, скорость оттаивания намного быстрее, чем холодный гидролиз. По сравнению с микроволновым оттаиванием, предотвращает потерю внешней структуры и разрушение питательных веществ, сохраняет оригинальный аромат компонентов. Такая размораживающая доска может быть изменена в зависимости от окружающей среды и температуры. Когда размораживающая тарелка помещается в морозильную камеру на 10-15 минут, она становится холодной. После того, как вы вынули пищу, которую нужно сохранить свежей и холодной, то на этой доске еда будет прохладной 20-30 минут и не нагреется, так как сама доска будет держать холод. Силиконовый дуршлаг-корзина. Промыть овощи и фрукты, крупы, рис и макаронные изделия вы сможете с помощью силиконового дуршлага. Дуршлаг изготовлен из высококачественного пищевого силикона, который легко сжимается в руке. Таким образом, вы можете сложить или свернуть дуршлаг в компактную форму, и при хранении он занимает минимум места. Такой легкий дуршлаг особенно удобно брать с собой в поездки и отпуск. Он изготовлен из высококачественного термостойкого силикона, который выдерживает температуру от минус 40 до 230 градусов. Его можно мыть в посудомоечной машине или вручную. Также вы можете использовать силиконовый дуршлаг в микроволновой печи, например, как крышку для блюда. Также вы можете накрыть тарелку с едой и положить его в холодильник. Складной дуршлаг отлично справится с этой задачей. Крышка-экран от брызг. Иногда такие простые и недорогие вещи настолько облегчают жизнь, что даже представить невозможно, как раньше справлялись без них. К этой категории относится и этот защитный экран от брызг. Это удивительная крышка из силикона, которая пригодится в каждом доме. Вы можете использовать ее в самых разных ситуациях. Приготовке в микроволновке, разогреве блюда, на плите и так далее. После использования антибрызг можно просто отправить ее в посудомоечную машину. Благодаря специальному отверстию вы можете подвесить аксессуар на крючок для кухонной утвари. Изделие будет использоваться в быту очень часто и не утратит свой первоначальный внешний вид. А вот и конкурс. Приз 300 рублей на WebMoney или на номер телефона. Условия простые. Нужно быть подписанным на мой канал, поставить лайк видео и написать в комментариях, какие блюда вы любите готовить или какие блюда ваши самые любимые. Я, например, люблю голубцы и борщ со сметанкой и чесноком и вообще много чего люблю. Как только наберется под этим роликом 600 лайков, я сразу же проведу розыгрыш. Так что жмите уже. Спасибо, что смотрите. Хорошего вам вечера и увидимся.